Итак, друзья, здравствуйте, с вами снова Станислав Томашунас, и сегодня я снова хочу поговорить о проекте, о скрипте EOBOT, eobot.com, и непосредственно о просто безграничном заработке, о безграничной возможности заработка майнинга, путем майнинга криптовалют. Ну, какую валюту майнить, вы уже сами, наверное, разберетесь. Я хочу поговорить сейчас о потенциале, почему здесь интересно строить бизнес, хотя это не сетевой бизнес, это ваш личный бизнес, который будет постоянно приносить вам доход. Однако здесь есть небольшая рефералочка, которая также приносит вам своеобразный доход в размере 1% от заработка на облаках вашими рефералами. То есть, если они просто майнят валюты, вы прибыль не получаете. Но если они майнят облака, докупают облака, вы получаете с этого прибыль. И вот буквально 2 дня назад я зарегистрировался в этом проекте. Мне он очень понравился. Я в нем вижу просто гигантский потенциал. Я вижу, что люди выводят деньги. Деньги выводятся очень хорошо с этого проекта. Я вчера пообщался с западными партнерами, с англоязычными в чате. Чат, вы видите, здесь есть. Всегда можно связаться и с админом, если какие-то вопросы. Очень быстро отвечает техподдержка, буквально в течение получаса уже отвечают на вопросы. Но я писал в вечернее время, когда в Америке день, поэтому, возможно, мне ответили быстро. Вообще написано, что отвечают в течение 24 часов. На самом деле ответы пришли все намного быстрее. Вот, то есть, чем больше вы людей сюда подключите, тем быстрее будут развиваться ваши облака, будут более объемными и, соответственно, майнинг будет более быстрым. И давайте посмотрим теперь, к чему нам все-таки надо стремиться. А потом еще посмотрим, как все-таки правильно делать выводы. Значит, при покупке облака вы можете сразу оценить его рабочую мощность. Вот давайте первое облако посмотрим. Это Cloud США. Непосредственно мы хотим с вами, предположим, зарабатывать всего лишь 1 биткоин в месяц. Для этого, предположительно, нам надо будет 4000. Ну, я так думаю, это гигабайт, наверное, все-таки. 4000 объемов. Заработать, намайнить, либо свои криптовалюты сюда добавлять ежедневным ручным майнингом еще можно. Как это делается, я говорил в предыдущих роликах. И вот посмотрите, 4000 объема облака Cloud США дает нам месячный доход 1 BTS. То есть 1 биткоин вы получаете в месяц. Ну, эквивалент это на данный момент курс 1 биткоина и в обменниках, и здесь 475 долларов. Меняются они достаточно просто. Таким образом, да, более мощное облако это у нас получается Cloud США. Давайте сейчас посмотрим, сколько мы должны были бы вложить сюда сил и времени по майнингу и денег, если бы мы приобретали Cloud Script. Оно более дешевое, но оно более медленное, так сказал. Вот, например, максимально здесь можно выбрать 1000 объемов. Стоит это 5000 долларов и приносит пол биткоина в месяц. Итак, чтобы зарабатывать 1 биткоин на Cloud Script, здесь надо заработать 10 тысяч долларов. Да? Ну, 10 тысяч против 7, которые мы с вами смотрели на Cloud США. И также мы будем зарабатывать 1 биткоин, конечно, более интересно. Поэтому, как я уже сказал, надо развивать 2 облака, но все-таки основной упор делать на Cloud США и увеличивать объемы именно здесь. Что делают другие участники проекта, мы можем отследить в разделе «Социал». Переходим на эту вкладку и посмотрим, здесь у нас топ 100 облаков. Самых, наверное, мощных. И давайте посмотрим. Вот юзер 59696. Чем он занимается и что он майнит. Вот он сейчас майнит нами коин. Но, заметьте, объемы его облака Cloud США 10917. Ну, предположительно, я могу сказать, что это приносит
около 2,5 биткоинов в месяц. Ну, это чуть больше 1000 долларов. Очень даже неплохо. Давайте вернемся, посмотрим размеры облаков других участников. Человек тоже майнит, но майнит сейчас биткоин. Размеры облака также 10 тысяч. Cloud США. И, соответственно, здесь мы также можем предположить, что это где-то 1000 долларов получается в месяц. В принципе, ну, неплохой заработок, но можно развить облако на самом деле более мощным сделать. Посмотрим третьего юзера. Мани Доги сейчас на данный момент. И объем облака также 100 тысяч. Ну, теперь вы видите, к чему надо стремиться, каким заработкам надо стремиться. Итак, переходим в раздел вывода средств. Немножко в первом видео я, наверное, некорректно сказал, что вывод отключен до конца октября. Вот это вот сообщение. Я вчера пообщался с поддержкой. Оно говорит о том, что я делал покупку через PayPal. И по правилам политики возврата средств облаком PayPal я могу обратиться в течение 45 дней с резолюцией о возврате денег на мой PayPal, если мне что-то не понравилось, и мне вернут из компании деньги. Поэтому компания, если вы оплатили PayPal, а не валютами, не криптовалютами, блокирует мне вывод средств на вот этот вот резолюционный срок на 45 дней. Об этом именно написано в моем бэк-офисе. То есть я не могу вывести деньги до 26 октября. Хотя другие люди выводят. Кто вводил сюда криптовалюты, вы можете выводить сразу. Как что-то заработали, можете выводить сразу. Но в принципе все равно пару месяцев надо будет развивать облака для того, чтобы начать зарабатывать действительно какие-то деньги, увеличивать размеры облака, которые дают уже мощности для получения вами криптовалют, автоматического майнинга. Ну и также при выводе можно указать ту валюту, которую вы будете выводить, можно поставить автоматический вывод денег, как только у вас набирается, там, предположим, 1 тысячная биткоина, это минималка, видите, что можно выводить какой минимум валют, и нажимаете кнопочку Set BTS Automatic Windrow. После этого, когда вы майните биткоин, когда у вас набирается эта сумма, автоматически она выводится. Выводы делаются с одного аккаунта не более 10 выводов в сутки. Вы можете делать. Либо ручное снятие. Прописываете здесь, например, сумму снятия и нажимаете кнопочку ручного вывода BTS Manual Windrow. После этого вывод будет обработан в течение 24 часов. Деньги придут к вам на ваш биткоин кошелек. Ну и также с любой другой валютой вы можете поступить. Опять же, обращайте внимание на минимум вывода. То есть, если вы меньше поставите, вам просто откажут в выводе. То есть, вы должны набрать такое количество, необходимое для вывода, той валюты, которая вам интересна. И вы будете менять ее в обменнике. Вот, ну, на данный момент я рекомендую все-таки раскручивать вот эти оба облака, начинать с более дешевого, потом переходить на более дорогого, и когда вы уже достигнете там хотя бы тысячного объема, у вас уже скорость будет достаточно хорошая, и здесь идет такой своеобразный реинвест, потому что майня эти облака, буквально уже через там несколько секунд у вас проманилось немного, у вас уже увеличивается скорость. Увеличивается облако, увеличивается скорость. И если вы майните облако, соответственно, оно растет у вас в геометрической прогрессии. Я не скажу, что это будет быстро. Лучше, конечно, все-таки действительно докупить там долларов на 100, на 200 объемов этого облака, чтобы как-то повеселее бежали вот эти циферки поскорее. Сам, как я уже говорил, около 200 долларов вложил я в этот проект, потому что это интересно, это будущее. Еще раз повторяюсь, это не сетевой проект, это не MLM бизнес, но дает вам какую-то прибыль от ваших партнеров. Особенно если партнеров будет много, они также развивают на начальном этапе свои облака, и ваши облака будут расти еще в более такой сложной и быстрой геометрической прогрессии.
Вот, поэтому зарабатывайте деньги в EO-боте. Компания работает уже не первый год, работает хорошо. Можно почитать, набрать в интернете, там на Яндексе, на Гугле, почитать отзывы только положительные. Это интересно. Ну и торопитесь зарабатывать биткоины, потому что это ваши деньги. Это очень хорошая возможность. Особенно это хорошо для тех, кто не умеет строить команды, не умеет строить бизнес сетевой. Он может самостоятельно начинать зарабатывать деньги. Просто-напросто иметь компьютер. Притом, заметьте, если у вас выключен даже EO-бот, все равно происходит майнинг, установленный у вас. То есть, что вы майните, все идет в автоматическом режиме на вашем аккаунте. Спасибо за внимание. С вами был Станислав Томашунас и хорошего вам вечера.